Андрей Гроссул занимается кикбоксингом на протяжении 7 лет. Почти никогда не пропускал тренировки и упорно работал над собой. И за это время достиг немалых для своего возраста успехов. Немалых, мягко сказано. Пришел в 10 лет, отправил меня в какой-то спорт одеться. До сих пор занимаюсь, все нормально идет пока. Я участвовал на первенстве России, первенстве Центрального федерального округа, на чемпионатах Московской области, чемпионатах Москвы и на открытых турнирах. 3 раза выигрывал первенство России, ЦФУ 3 раза выигрывал. И первенство Москвы тоже выигрывал 3-4. Андрей, перешел 10 лет с тобой вместе заниматься. Ну, буквально 6, уже 7-й год занимается. С первого дня проявил себя активно, практически не пропускал тренировки. И у него изначально было желание выступать на соревнованиях. Естественно, я его услышал, уделял больше внимания, проверил его пару мелких соревнований. Видел, что не боится, хочет дальше идти. Тренирует Андрея чемпион мира по кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Эльмир Алиев. Именитый спортсмен говорит об Андрее напрямую: у этого парня есть будущее. Заслуга тренера – заметить потенциал. Заслуга бойца – упорно трудиться и не останавливаться на достигнутом. Сегодняшний день он член сборной России по двум видам спорта. Он хочет больших достижений. Мы в этом деле ему помогаем. Условия у нас позволяют этому. Меня поддерживает мой тренер, он меня тренирует, Эльмир Алиев. Меня поддерживает компания Истронет. Они оказывают нам финансовую поддержку, чтобы мы показывали себя на таких крупных турнирах. Впереди Андрея Гроссула ждет очередной вызов. Крупнейшее соревнование по кикбоксингу среди юношей и юниоров. За звание лучшего спортсмена в Европе боец из нашего города поедет в Черногорию. Андрей будет представлять на соревнованиях городской округ Истра. В этом ему помогает Дмитрий Анатольевич Яценко. Отдельная ему благодарность. Потому что поездка в Черногорию – это недешево обходится. Он взял на себя все расходы. Мы за это ему благодарны. За плечами звание лучшего в Москве и области, Центрального федерального округа и России. Впереди Европа. И останавливаться Андрей не собирается. Пожелаем нашему земляку успешного выступления и удачи. Максим Рыков, Иван Масалев, Истра РФ.